и ответственность за переподключки воздействия энергии притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложниками. Один, два, три. Не энергии, как грязные, но он ничего не находит. Включаем внутренний белый свет тебе. Этим светом ты выдавливаешь из себя все негативное, патогенное, низкооперационное. Все эти грязные энергии выходят, формируются перед тобой в шар. Не вышли, они как тянутся куда-то вверх надо мной. Отправляя их в клетку тюрьму, силой моего намерения выстраивается канал, прямой канал к ответственным за эту подключку. И силой моего намерения их притягиваю в клетку тюрьму, становятся моими заложниками. Один, два, три. Стоят в клетке тюрьмы. Это как робот какой-то. От робота выстраивается канал к другим ответственным, связанных с этим роботом и этой программой. Один, два, три. И притягивай всех ответственных по цепочке в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы. Гуманоид. От гуманоида выстраивается прямой канал к другим ответственным, связанных с ним. Один, два, три. И притягивай всех по цепочке в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы. Здесь никого нет, но идет информация, что это ящеров заказ. Хорошо, у нас есть какая-то частица от гуманоида. Она подсвечивается, связанная с ящерами. Должен быть след остаться. Он проявляется, пульсирует. Нет, она просто идет информация, что это заказ от ящера. Хорошо, гуманоид. Итак, перед тем, как я тебя уничтожу, я у тебя спрашиваю, кто ты и откуда ты пришел. Но он показывает, он не говорит. Он показывает, что он известный ловец, очень дорогой. И это меня должно как-то впечатлить? Кто кого словил, объясни мне. У него изощренные способы подключения. Изощренные подключения. И это меня должно впечатлить как-то? Посмотри вокруг. Это он рассказывает. Понятно. С какой ты цивилизации пришел? Он говорит, что я изгой. Цивилизация, он гуманоид. Такой нет гуманоидной цивилизации. Есть цивилизация, которая принадлежит какой-то системе планетарной. Это может быть Сириус, это может быть Орион, это может быть Ута, это может быть что угодно, Нибиру. Если я тебе задаю всего три вопроса. Если ты, у тебя один раз вопрос уже закончился, ты ответил на него. Два раза остается. После третьего раза я в тебе делаю дырку 1 000 000 Гц. Итак, откуда, с какой цивилизации ты пришел? Это всего лишь точка отправления. Место воспроизведения. Я давно покинул, как ты говоришь, свою цивилизацию. Это Сириус. Все-таки Сириус. Хорошо. Какая была задача тебе поставленная? Душа. Ну, как ты ее собирался украсть у Веры с ее защитами? Сперва нужно было внедриться. И ты наивно надеялся, что ты внедришься в ее биополе долгосрочно и сможешь что-то там манипулировать. Но тут такая оказия случилась. Я разрабатывал, надеялся. Так что тебе предложили? Чем тебе заплатили за эту работу? Спокойная жизнь на последующие много лет. И ты поверил в это, да? Это договор. Ну ты хотя бы справки наводил, куда ты внедряешься. Кто Вера, что за ней стоит и какие последствия могут быть? Очередной слипер. Такое уже было. Ну это не просто очередной слипер, это особый слипер. И за Веру я за себя могу, так сказать, не наказать тебя, но за Веру ты получишь наказание серьезно. Потому что я стою за ней, и ты не имеешь никакого вообще права сюда входить. Соответственно, ты понимал, что ты можешь быть уничтожен. Ты сейчас находишься ее заложником. Тебе это понятно? Следующий был бы ты. Серьезно? Ну, в своем биополе я просто сжигаю сразу. Без разговоров достаю. В моих руках появляется шар живой плазмы. Один, два, три. Хорошо, гуманоид, я тебя продемонстрирую. До какого уровня ты дошел? Вот отсюда уже идет просто на уровне ДНК твое уничтожение. У него защита стоит. Влад, сожги его защиту ударом. Один, два, три, удар. Она как оболочка, она не пропускает твой удар. Она не пропускает мой удар, хорошо. Вот это мне уже становится интересно. Достаю печать семи архангелов, включаю на полную мощность. Удар. Один, два, три. Удар. Сжигаю его защиту. Найскрит. Открывая поток как любви. Как яйцо вокруг него. Открывая поток любви абсолютно над его клеткой. Пошел свет любви отца. Заливает его полностью этой энергией. Уничтожает защиту. Готово. Я, наверное, свет оставлю гуманоид, да? Тебе же там темно в клетке. Бери.
убирая свет, выключаю. Хорошо, ты решил со мной поиграться. Хорошо, я готов к любой игре. Удар 250 тысяч герц гуманоиду. Ну, неприятно. Это первое, это начало. Вот что просто ты понимал. Серьезная ситуация, в которую ты попал. Ты оставил что-то в биополе со своей подключкой. Хорошо, над сканер... биополем. Над биополем. Сканер, собери все, что над биополем находится в ЕРЭ. 1, 2, 3. Все это подсвечивается, ты видишь, это четко, ясно, собирай это все в шар. Выводи из биополя. А здесь... Да. Здесь такая штука, она как лампа, как конус такой. Он отторгает энергии. Угу. Хорошо, этот конус в клетке. В смысле, он вышел, он притянул его, притягивает этот конус. Да. Отправляя в клетку тюрьму. Хорошо, гуманоид. Что-нибудь еще осталось в биополе? Все. Включаю внутренний белосвет двери. 1, 2, 3. Этим светом навыдали ты себя все негативное, патогенное, низкооборотное, чужеродное, остаточные энергии на частоту гуманоида, робота и этих энергий. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Большой вышел. Открываю воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Сканер сделал контрольную проверку. Что-то осталось еще? Нет, чисто. Даю команду Вере отстегнуть каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открываю воронку в галактическое ядро. Каналы уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, гуманоид. Ну что, готов к уничтожению? Искал спокойной жизни. Ну вот, я тебе могу ее предложить. Ты это не сделаешь. Почему ты это думаешь? Я уже ни одного гуманоида живой плазмой познакомил. И в ваших цивилизациях, да, об этом давно знают. Но так как ты изгой, скорее всего, ты не получил этот апдейт. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. У меня здесь какой-то гуманоид-изгой вместе с роботом напал на Веру. Мы вытащили его под ключики, находится в клетке-тюрьме, там еще какой-то конус. Следующим должен был я быть. Заказ ящера войдет. Ящера я не смог притянуть, не понимаю почему. Возможно, концы обрезали. Мы сберем все. И конусы, и энергии. Это что-то новое, да? Он себя называл профессионалом своей отрасли. Есть стандартные отключки, есть то, что они воспроизводят сами, так называемые умельцы. Они действуют осторожно, и, конечно, у них есть свои методы. Может, у меня есть ранее информации. Гуманоидов много, ящеров тоже, нас с Верой всего по одному экземпляру. У каждой цивилизации свои технологии. Хорошо, я понимаю. Не забрали их. Отлично. Клетка пустая? Да.